Взрослые, о чем должен знать каждый подросток? Большинство твоих друзей обусловлены географическим удобством. Даже если ты с детства дружишь с соседом или одноклассником, это не значит, что ты обязан быть ему предан вечно, когда он начинает относиться к себе как к дерьму. Не верьте тем, кто говорит, что эти годы будут лучшими вашей жизни, но постарайтесь выжать из них по полной, чтобы насладиться этим временем. Не стыдитесь своих хобби и увлечений, те, кто над ними смеется, могут пойти нахер. Не бойтесь получить отказ от того, кто вам нравится, кого вы любите. Скажите им об этом, и пусть будет, что будет. После окончания школы жизнь идет очень быстро, годы пролетают. Я когда-то услышал слова, которые всегда казались подходящими. Чем старше становишься, тем длиннее дни, но короче годы. Научитесь в нестандартных ситуациях доверять своей интуиции. Если что-то кажется подозрительным, неправильным, то, скорее всего, так оно и есть. Не соглашайтесь на то, что кажется вам неправильным. И не чувствуй себя виноватым, если на что-то не согласился. Делай так, как кажется правильным тебе. Если у тебя нет увлечения, осваивай что-нибудь новое. Так, возможно, ты найдешь его или то, что у тебя хорошо получается. Кассирам плевать, что вы покупаете презервативы. Человек, которого ты полюбил в 17 лет, к 30 годам может оказаться не тем, кто тебе нужен. Ты меняешься, и он меняется. Если вы меняетесь вместе и все еще идете одной дорогой, это здорово. Но разрешите себе меняться, позвольте меняться и этому человеку. И подумайте еще раз, вы вместе только из-за верности или потому, что вы действительно хотите совместного будущего, оставаясь такими, какие вы есть. В общем, будьте готовы, что любовь может пройти. Это не значит, что ее не было, просто вы оба изменились, так бывает. И хоть это немного грустно, перед вами откроется возможность быть самими собой. Другие люди, работодатели и так далее, воспользуются вашей наивностью. Во многих случаях это будет незаконно. Знай свои права, чтобы в случае чего-то незаконного ты мог это распознать. Я окончил школу 10 лет назад, и сейчас в моей жизни нет никого из тех людей. Так что просто будьте собой, развивайте свою самооценку и таланты, а не тратьте время на то, чтобы произвести впечатление на каких-то придурков, о которых даже не вспомните уже через пару месяцев после выпускного. Изменено. Кажется, своим советом я кого-то запутал. Я не говорю бросать своих друзей. Они являются важным аспектом жизни, особенно в старших классах. Я про то, что не нужно тратить силы на драму, которая происходит в школе. Знаю, сейчас кажется, что школа – это весь мир, но не нужно терпеть тех, кто пытается тебя сломить, кто издевается и давит на тебя, потому что они не будут рядом всегда. Побеспокойтесь о том, чтобы стать лучшим. Я и по сей день общаюсь с несколькими друзьями детства, правда, не с теми, кого я завел в старших классах, но всех этих негативных, жаждущих драмы агрессоров и остальных неудачников в целом не будет в вашей дальнейшей жизни. Научитесь готовить. Это намного дешевле и, как правило, быстрее, чем покупать еду на вынос. Мы знаем все уловки, мы тоже когда-то были подростками. Иногда я слышу, как друзья говорят: «Если я проверну все вот так, моя мама никогда не узнает». Чувак, твоя мама сама так делала. Я учитель, однако я был ужасным учеником. Но черт возьми, я был харизматичным, и мне многое сходило с рук. Я рассказываю об этом своим студентам. Прошло уже 15 лет, и никто из них не придумал оправдание или уловку лучше, чем те, что я делал в свои годы. Круче всего, когда я делаю вид, что поверил, и они в ответ говорят: «Ха-ха, я вас провел». Нет, не провел, я сам позволил себя провести, потому что ты расстроен. Я вижу тебя насквозь. Соответствуй своим же стандартам. Если ты никому не позволяешь относиться к своим друзьям, семье как к мусору, то и сам так не поступай. Если ты считаешь, что обучение хорошее занятие, то учись ежедневно. Если ты ожидаешь от других, что они будут умными и внимательными, то ты и сам должен быть умным и внимательным. Возьми на себя ответственность за то, каким ты хочешь видеть мир. Стань частью того мира, в котором ты хочешь жить. Когда ты садишься за руль, пойми, законы физики действуют и на тебя. За тобой никто не гонится, всем плевать на тебя. Сбавь чертову скорость и не гоняй. Ты управляешь очень тяжелым механизмом на скорости, для которой мы не эволюционировали. Будь осторожен. Если на тебя напали на территории кампуса, сообщи об этом в полицию, а не в службу безопасности кампуса. Научитесь сглаживать углы в сложных ситуациях. И как не согласиться с учителем, тем, у кого есть власть, без снисходительной манеры или чтобы тебя не приняли за всезнайку. Например, если учитель говорит X, а ты уверен, что учил по-другому, подумай о том, что могут быть неизвестные тебе определенные обстоятельства, которые могут что-то поменять. Вырази несогласие со сказанным в духе: «Извините, я могу ошибаться, но я думал, выучил, что тут будет Y». Такая формулировка не заставит другого человека уйти в оборону. Ты сможешь получить новые наставления в мягкости.
мягкой форме, а учитель исправится, не потеряв лицо. Ситуация, где есть разные мнения, не обязательно должна быть конфликтной. Общий совет «не будь мудаком» продвинет тебя в жизни дальше, чем ты думаешь. Это ведь так просто. За совет денег не берут, и если ты ответишь на него «да, я знаю», то, скорее всего, не решишь свою проблему. Показатель того, может ли кто-то стать вашим новым другом, это не тот факт, что у вас совпадает куча интересов. Вполне возможно подружиться с людьми, которым нравится много вещей, о которых ты никогда и не слышал, или даже решил, что эти вещи тебе не нравятся. Ты находишься на таком этапе жизни, когда многое из того, что тебе нравится или не нравится, может поменяться. Самое главное, на то, чтобы завести нового друга, часто требуется время. Много времени. Намного больше, чем может показаться по тому, что показывают в фильмах или сериалах. Найди себе занятие по душе. Группу, в которую можно вступить, спортивную городскую лигу, в которой можно играть, если позволит пандемия или когда она уже закончится. И продолжай больше узнавать о тех людях, с которыми постоянно видишься. Слишком много ребят, которым чуть за 20, говорящих о том, что у них нет друзей, сделали преждевременный вывод, вычеркнув одного или нескольких потенциальных друзей из списка, когда стоило просто потратить на них чуть больше времени. Не делайте непристойные фото и не снимайте видео. Честно говоря, подростковые годы – лучшее время, чтобы начать с малого и выработать полезные привычки, которые в долгосрочной перспективе принесут большие плоды. Откладывай и или инвестируй 10% от всех денег, что ты получаешь. Выработай привычку заниматься спортом каждый день. Делай хотя бы легкие упражнения. Об этом уже кто-то написал, но стоит повторить – чисти зубы. Выясни, что тебе нравится, читай и пробуй разное. Поезжай в лагерь или перенимай опыт в работе, которая, по твоему мнению, может быть тебе интересна. Иногда ты думаешь, что работа тебе понравится, а она оказывается абсолютно неинтересной. Это поможет сэкономить много денег, например, если ты поступил на медицинские курсы и понял, что ненавидишь медицину. Последнее сложно, когда ты подросток, но постарайся сформировать привычку нормально спать. Желательно, чтобы при этом рано просыпаться. Мне кажется, что свои подростковые годы я тупо проспал. Неудачи – это нормально, на неудачах и ошибках учатся. Я уже говорил об этом раньше, но это важная мысль. Когда кто-то говорит, что ты не сможешь чего-то добиться, это означает, что этот человек не может этого добиться, а не ты. Ты не первый человек в мире, который переживает этот возраст и чувствует, каково это и что его никто не понимает. Мы все там были. Все может стать и станет лучше. На самом деле никого не волнуют мелкие неприятности, которые случались в старших классах, и никто о них не вспоминает. Не основывай свою жизнь и личность на социальных сетях и обложке, которую ты пытаешься создать. Живи настоящим. Пойми, что мир, как правило, не протянет тебе руку помощи, поэтому придется подниматься на ноги за счет собственных сил, стойкости, упорства и воли. Научись планировать бюджет. Не влезай в долги из-за всякой ерунды, уверяя себя, что расплатишься с ними потом. Не выбирай профессию или жизненный путь, исходя из того, что сделает счастливой твою семью, а выбирай то, что сделает счастливым тебя. Постарайся насладиться свободой, пока у тебя нет никаких счетов и нет никаких серьезных обязанностей. Все люди умны, просто каждый по-своему. Кто-то начитанный, кто-то хорошо разбирается в людях, а кто-то в технике и так далее. Но разница между успешными и не очень людьми заключается в старании и самоотдаче. Моему племяннику 9 лет, и его отец уже называет его тупым. Это полный бред, потому что этот ребенок очень быстро соображает. Он быстро все понимает, просто сейчас ему не нравится ходить в школу. Я ему это только что объяснил. Получи востребованные скиллы, неквалифицированный труд отстой. Тебе нужно что-то, за что тебе будут платить, причем такая работа не обязательно должна быть любовью всей твоей жизни. Вопреки тому, что говорили мои сверстники в этом возрасте, иногда работу нужно уметь терпеть. Не делай то, что хочется, потому что это слишком мейнстримно или популярно. Так же глупо, как и делать что-то только потому, что это круто и крутые ребята так делают. Если ты не чистишь зубы, сильно пожалеешь. Не рассказывай слишком много о себе, своей личной жизни и идеях. Это будет использовано против тебя. Ты будешь лучше чувствовать себя эмоционально и выдержишь все, из-за чего сейчас страдаешь. Не поддерживай в себе гнев, он только поглощает твое время и энергию. Время летит, мне 38 лет, а кажется, что вчера мне было 20. Наслаждайся этим временем, заботься о своем теле и не слушай свой мозг, который слишком все накручивает. Не откладывай на потом работу с проблемами психического здоровья. Выработка нездоровых механизмов психологической адаптации на эмоциональные проблемы надолго испоганит тебе жизнь в будущем. Если есть какие-то проблемы, займись ими сразу же. Да, на это потребуется время, но начни над ними работать прямо сейчас.
сейчас. Кроме того, откладывай на пенсию, тебе бы стоило еще вчера открыть пенсионный счет. Люди говорят, это лучшие годы твоей жизни, полная чушь. Если им кажется, что у тебя меньше обязанностей, это не значит, что твои проблемы незначительны. Особенно больно такое было слышать, когда я в старших классах страдал от депрессии. Я уже был на самом дне, но если все и дальше пойдет по наклонной, какой, черт возьми, в этом смысл? Хоть прозвучит банально, но просто будьте с собой. Иметь друзей важно, но не нужно вести себя как они, просто чтобы вписаться. Возможно, ты еще не до конца знаешь, кто ты есть на самом деле, и во всей этой круговерти можно потерять истинное «я». Если тебе повезет, то потребуется много лет и много душевных поисков, чтобы вернуть свою уникальность, а затем собрать все это вместе, чтобы узнать, кто же ты настоящий. Я совершил эту ошибку, сейчас мне 37. Мне понадобилось 20 лет, чтобы все исправить, потому что в колледже и после него я был хамелеоном, меняющим свою личность с каждой группой друзей, в которой был. Я понятия не имел, каков я. Мне пришлось много работать над своей самооценкой, чтобы перестроить свой мыслительный процесс. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео взрослые напишите, о чем должен знать каждый подросток, и не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока!